Гражданка России Наталья Алексеева разыскивает в Казахстане отца своего сына. Женщина не видела его больше 30 лет, и мужчина даже не догадывается о том, что у него есть взрослый ребенок. Наталья Алексеева приехала из Воронежа в нашу страну всего 3 дня назад, но не знает, с чего начать поиски. Об отце своего сына рассказала, что он казах, невысокого роста и родом из Алматы. В юности занимался поставкой яблок в Россию. И познакомилась она с ним в сентябре 90-го года. Сейчас ему предположительно 53. Женщина надеется найти свою первую любовь и познакомить его с сыном. Правда, сейчас она оказалась в сложной ситуации. У нее закончились деньги, и ей даже негде ночевать. Его хотела бы я поблагодарить за то, что он появился в моей судьбе, что он мне и себе то же самое, просто нас развели дороги. Подарил сына, красавец, умница, здравый. Он, даже если он имеет семью, мне от него не надо ни деньги, ни машины. То есть я хочу, чтобы мой сын увидел просто отца.